Побороться за призы легендарного советского футболиста приехало более 140 команд со всей России и стран СНГ. В этом году есть и новая команда. На этот раз мемориал Валентина Бубукина привлек представителей из Эстонии. Возраст участников от 8 до 17 лет. За годы проведения этого турнира возрос уровень сочинского футбола. Нужно отметить, что сочинские команды прибавляют. В прошлом году было много призеров. В этом году сочинские команды находятся в группе фаворитов данного турнира. С каждым годом и организация сочинских команд, и тренерский состав в лучшую сторону меняются. Более яркие матчи проходят, конечно же, в группах постарше. Тут представлены ученики Академии ведущих футбольных клубов страны. Это «Зенит», «Локомотив», «Крылья Советов» и команда Академии Коноплёва из города Тольятти. Все они фавориты турнира и настроены только на победу. Турнир тяжелый, все команды настроены на победу. Все хотят с нами сыграть, выиграть нас. Мы все настроены победить, потому что тут селекционеры сборной России и других московских клубов. За долгие годы проведения турнира мемориал Валентина Бубукина завоевал внимание ведущих российских клубов страны. За игрой молодых футболистов пристально наблюдают. Шанс попасть в школу известной команды есть у всех участников. Представляет очень большой интерес. Качество турнира из года в год на достаточно высоком уровне, что является количество зачисленных ребят, да, с турниров является подтверждением того, что приезжают очень интересные детки и есть на что посмотреть. И не только для ЦСКА. Первый этап турнира продлится до 28 марта, а финальные игры второго этапа пройдут 4 апреля. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.